Новенький такой красный с белым трамвай подкатил к трамвайной остановке. И там, где наверху, где положено, там номер 49-й. А слева от вожатого другой номер. 25-й. Очевидно, при перемене маршрута один из номеров забыли снять. И люди так толкаются, лезут в трамвай, тревожно спрашивают друг у друга. Простите, как он идет? По 49-му или 25-му? Слепой, что ли? Номер не видел? 49-й. Ничего подобного. Это 49-й. Но сегодня пустили по 25-й. По просьбе трудящейся. Простите, вы 49-й садитесь? Я сажусь, но не 49-й, а 25-й. Ну, короче, набился полный трамвай. Тех, кто сел в 49-й. И тех, кто влез в 25-й. Двери закрылись, трамвай поехал. Граждане, кто-нибудь толком может мне объяснить, в каком трамвае я еду? Лично я еду в 49-й. Ну, посмотрите, на нее все едут в 25-м. А барышня в 49-м. Я сейчас от смеха умру. Умрете вы позже, когда на 49-м приедете на кольцо в Кузьминке. Душечка моя, сначала с нами доедете до Мамонова. Уж потом на такси за 300 тысяч рванете к себе в Кузьминке. Вас еще никто не повезет, оттуда не уезжают. Господи, спросите у вожатого. Вожатый, ты должен знать... Ну, вожатый закрылся, что-то орёт в микрофон, ничего не слышно. Граждане, друзья, ну мы же разумные существа, давайте проголосуем. Куда едет большинство, туда поедут все. Так, поднимите руки, кто едет на этом трамвае, в Мамоново? Да, 55. А есть идиоты, которые думают, что в этом трамвае они приедут в Кузьминке, тоже 55. Женщина, прекратите истерику, не сморкайтесь меня. До моста 49-й и 25-й идут одинаково. Потом один из них повернет налево. А я говорю направо. Мужчина очень некрасиво. Все орут, вы молчите. Что, вы один знаете, куда идет этот трамвай? Да, я знаю, но я вам не скажу. Почему? Потому что вы выброситесь. Послушайте, куда идет этот трамвай? Вы меня пугаете. Между нами, говоря, он идет по 8-му маршруту. Я дал вожатому червонец. Он обещал подвезти. Уступили бы место старушке. Бугай в кепке, я вам говорю. Это я-то старушка? Да я моложе вас всех вместе взятых. Просто после вчерашнего я плохо выгляжу. Вот видите, бабушка моложе меня. Чего я буду уступать место? К тому же старуха едет в 49-м, а я в 25-м. Пускай сначала к нам в трамвай пересядет. Послушайте, может быть, это террористы? В каком смысле? Ну, угнали трамвай на нем в Грецию. И с каких пор 49-й стал ходить в Грецию? А меня жена просила купить дрожжи. Вы знаете, в Греции дрожжи есть? В Греции все есть. Но на 49-м вы туда не доедете. А на 25-м... В этот момент трамвай выехал на мост. Все замерли. Налево не повернул. Половина пассажиров восторженно взвыла. И направо не повернул. Тут подпрыгнула от радости вторая половина, бросилась целовать первую. Трамвай шел прямо туда, куда никому не было нужно. То все были счастливы. То, что справедливость восторжествовала!